Очередная парная, стены внутри утеплены камофолом, здесь печь Ферингер. Вот такой каменный портал у нее был. Эту стену мы вручную шлифовали камень и выкладывали. Вот внутри печечка тоже в каменной облицовке, труба в облицовке, угол только хлоридом сделан. Здесь у нас на стенах кела, необрезная доска, вот такое у нас полубревно тоже, окошко Вудсон, можжевеловое панно на потолке трехмерное. Вот такая у нас вентиляция Вудсон, второе дыхание, конечно же. Вот у нас такие толстые массивные полки, бревно у нас парящее, подсветка пола, подсветка под спинника, конечно же, подсветка потолка. Все у нас уже здесь готово, все стены покрыты маслом. Материалы для этой парной от магазина «Печной дом». Стены у нас, повторюсь, кела. И вот такая печь Ферингер замечательная. Вот такая красота.